Всем привет, 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 мои хорошенькие, всем привет. Уж простите нас с Николашей, да? Ой, за да. За то, что мы не выкладывали видео, за то, что у нас получилось... Вон, Николашка, помахай. А, у нас получается, что приехали же гости, и все, и на этом все. Получается, что внимание нужно было, естественно, уделять, посуду мыть, подготавливать, подрезать, подбегать. Ну, кто у себя дома отмечает день рождения, он все прекрасно понимает. Нам пока на сауну пошли, пока все поотносили, потом пока все собрали, пока... Ну, это, естественно, гости за это думать не будут, поэтому же... Все. Трошки гостей напрягли. Не, ну понятно, что сам же ж не будешь носить и все это самое. Вот. А я имею в виду то, что мы, конечно же, немножко были заняты до такой степени, что у меня еще вчера было чуть плоховастенько после этой сауны, после всего остального, то я вчера такая. Пока вся собралась до кучи, поэтому так. В общем, что, только сейчас сажусь быстро монтировать видео. У нас сегодня 30 число. Получается, 28 числа я там только... выложила два видео, и то такие самые-самые эти, вот простецкие, те, которые быстро можно было смонтировать. Вот. За 28-е, за 29-е, 29-го вот вчера мы почти ничего не снимали, такой по мелочам, да? Да, вот. Вчера, вообще по чуть-чуть. Вчера это, мама приехала с подругой, поэтому они там вчера оккупировали Виталика, то одна, то вторая, там танцы, шманцы, зажиманцы, поэтому... В принципе, снимать особо там нечего было, зачем, да? Две фиалки такие. В общем, вот такое. Так, девчонки и мальчишки, вот. Простите, что вот так, что с опозданием. Ну, кому интересно, оставайтесь с нами, смотрите наши видео. Сейчас я начну все по порядочку, потихонечку. Может быть, маленькие, может, маленькими фрагментчиками, но постараюсь сделать все интересно. Так что так. Все, всем приятного просмотра.
Доброе утро. А оно ли доброе? Конечно, доброе. Самое доброе утро. Я бы не сказала, что оно прям такое идеально доброе. Что сделать мне масочку? Давай. Ой, самое красивое. Может быть, самое сегодня сексуальное. Так. Короче, буду вот такую. Я сегодня буду золотая. Оно хоть там внутри золотое еще не. Ну, а кто его знает, какое оно. Прикол, хотите. Короче, Даша маме. Ой, вы же извините, я уже так. Даша маме, в общем, подарила маску. Ну, типа такой. Вот, когда ж приезжала она к нам чи на вечере, уже не помню. Она каже, це ж типа тебе золотая маска. Помнишь, да, когда она звонила? Что каже, так? А что это такое? Я открываю. Надо идти в больницу. Открываю. Думала, маска. А там что? Я говорю, мама, маска. Так там же не простая маска. Там же для лица. Я говорю, ну понятно, что для лица. Она думала, что она ей подарила, в общем-то, маску такую, чтобы на лицо одевать, как эту. Так. А когда уже? Вот так, да? Боже, тут сеточка какая, смотри. Угу. Как органза, что это такое? Такое? Не знаю. Тут двойная она получается. Ух ты ж. Какая-то интересная сеточка. Ой, ресницы не влазят. Опа. Ой, какая я красота. Ой, боже мой, прямо заглядение. Заглядение просто какое-то. Я не знаю, эту сетку может снимать надо? Это чисто для этого? Да, мне кажется, снять. Блин, а что я такая дурная? Вот так скажите мне, пожалуйста. А? Силу купи карту называется. Вот так. О, вот так. Это чтобы нанести ее было удобно. А, чтобы на ней это самое. Ну да, чтобы она ж не скукожилась. Не скукожилась. Ой, господи, боже мой. Красота неописуемая. А? Великая сила. Сразу стала какая красивая. Обалдеть, просто сразу разгладилась, да? Ну да. Смотри, кстати, морщинки вот эти вот, как они, складочки надо разлаживать, потому что они так потом, когда подсыхает маска, на лице остаются. Серьезно говорю. Короче, девочки и мальчики, у нас уже сколько, 10 часов? Мы сегодня проспали жестко. У нас 10 часов. Коля чуть раньше проснулся, он еще сгонял за молоком. Ага, я проснулся, а молока нет для кофе. И что делать? Сделал кофе, побежал за молоком. Сейчас садимся, пьем кофе. И в бой. Да? Конечно. Я решила трошки маску сделать. И продолжаем вчерашний день. Не, ну там сегодня чуть-чуть сделаю всего. Ну, надо маску сделать, потому что я, конечно, выгляжу как помятая тряпочка. Вот как, короче, как вот это. Как эта масочка, да. Я так и пойму. Скажу, о, потом масочки, это у меня масочка. Надо позвонить сауну, чтобы ничего нигде никак слушать. Да, да, да. А то мало ли вдруг. Точняк. Будем купаться у нас в снегу, ну. Угу. Ну что там? Что там за эффект? О чем я и говорила. Видите, вот эти складочки, может, видно будет вам? Вот, так как складка была. Да, вот. Да, вот немножечко видно. Вот тут. И здесь видно. Замялась вот эта фигня, так она и осталась. Вот же засранство. Ну ничего. Ничего, сейчас разладится. И все будет хорошо. Сейчас я поглажу себя, и все будет хорошо. Сейчас надо еще голову помыть. И приступаем опять в этот. На кухню. На кухню опять приступаем, да, готовим уже закусочки все. Потому что у нас в принципе. Что у нас в принципе? У нас, в принципе, как есть полуфабрикаты какие-то, полуготовые, но не все. А, кто просил показать? Вот такая-то она у меня. Вот такая сейчас вот. Вот. И цепочку мне Коля подарил. Ну, а ведь что это с веревкой ходишь и с этим, и с деревянным. Хотя мне деревянный крестик всегда он нравился, он церковный и все. Ну, вот, и мне сказали, что нужно осветить у батюшки обязательно крестик. Вот, но мы его у батюшки не освещали, наш батюшка сейчас в этом, на больничном, вот, ну, к которому мы ходим постоянно. А просто положили в свеченую воду, да? Да. Все, погнали пить кофе и готовиться. Что, Баняка, кушать хочет? Сейчас будем кушать.
все, поели? Выпускать вас? О, какие вы быстрые, товарищи. Короче, ребята, и Зайка. Зайка сегодня, ну, с камерой. Что я вспомнил? У нас же есть вот такие штуки. Ух ты ж. Это же для праздника. Кстати. Придумал какой-то замечательный человек. И какой-то замечательный человек нам подарил. Венерочка прислала, да. Блин, а по натрию мы жарить нам сегодня. Жарить. А какой стороной надо ложить? А какая разница? Их же все равно потом выбрасывать. Ты шмыкать не будешь? Конечно, не будет. Это просто, ну, катастрофа. Мы вчера жарили, блин. Тут этой алии подсолнечного масла. Просто катастрофа. Нет, там, когда даже масло было чуть-чуть, но когда эту мясо жаришь, получается, оно стреляет само по себе. Да? Вот так вот снимаем ручки. Ой, а что? А, это нормально? Вот. Да не, больше сюда. Вот больше сюда. Нет, какая себе дырка, видишь? Вот. И все. И красота. Сколько можно мыть плиту? Это просто невозможно, ё-моё, блин. Коля. Никаких сил нету, блин. Слушайте, разморозили вон. Поставили размораживать эти сордели. Да. Мы вчера даже будильник поставили на разморозку. Чтобы не забыть. А то у нас вечно забываем все. А то мы, да, такие товарищи, блин. Да. Прям в самый последний момент, блин, достанем их. Я сейчас быстро допиваю кофеечек, домонтирую видео и в бой, пока Коля тут мою плитку, я там быстро занялась уже нашими обычными, привычными, да? Ну да. Дялишками. Ёшкин кот, блин. Все. Что это такое? Не туда, наверное. Ты не... Вот же, ну ты ж стычешь не туда, вот дырка, видишь? Это вижу я дырку. Ты тычал не туда. Вот какая красота! Красотишка. Ёпарда, надо купить этих штук. Да, кстати, продаются. Да, я уже заметила. Раньше я даже как-то их не замечала, а сейчас заметила, представляешь? И брать их надо, наверное, в Авроре. В Авроре есть, да. В Авроре есть. Не в Walmart'е однозначно, блин. Не, в Walmart'е дорого. А в Авроре подешевле, можно взять и просто. Что он там ищет? Ты посмотри на нее. Ищейка. Ты видишь? Маньяка? Да. Ой. Ей надо все обнюхать, все понюхать. Территорию обойти, да? Конечно, вход сделать. Ну, блин, как же без этого? Вот, блин. О, есть. Все, товарищи, вот так. Слушай, вот сделали. А что мы вчера так не сделали, блин? И не говори. Вот мы молодцы. Замечательная штука просто. Замечательная, обалденная. Так зато я сегодня буду жарить, это хоть чистая плита останется. Потому что когда я там перед гостями успею ее потом помыть? А с гостями встречать грязной плитой совсем не то пальто. Сейчас комбайн замораживаем. Ох, ребята, включаемся в работу. Очень быстро, очень срочно. У нас, как всегда, нема, и танки видят. Вот. У нас все на кучу, как у себя. Что у нас там? Привет надо, да? Чашу. А что, привет? О, всем привет, Чешу. Привет. Мы у нас было. Я уже не знаю, товарищи, здорово вся чине, но лишний раз не помешали. Да, я делала сегодня масочку себе. Боже, мы так потерялись в этих, блин, этих вот днях. Знаете, когда все равно, когда девчата дома, как-то попроще. Я не знаю, вчера показывала или нет, я вчера делала эту, как она называется? Как Коля называется? Филадельфия сыр. О, Филадельфия, да. Но я вчера его не доделала, потому что это уже было поздно вечером. Ну, вам видно, да, что я тут творю, что я тут делаю. Это было уже вчера вечером, поздно. Ты мне чашу принес? Чашу надо. А как я буду блендерить? Чем? Кружки. Да ну какой кружки? Обычно. Да. Вот, это уже было поздно вечером, и я, наверное, вам не показала уже, что я его вообще делала. Этот Филадельфию. Сейчас моя задача быстренько ее доделать. Оп. Ручки у меня чистенькие. Оп. Все. Филадельфию как делаю, есть на канале, кому интересно, это крем-сыр, очень-очень классный, очень вкусный получается. В том плане, что на любой бутик, на любое шо, даже для сладких блюд оно подходит. Вот. Нам нужно одно яйцо, просто яйцо, оно хоть и вареное у меня, а то я могу и вареное сюда засунуть. И сюда нужно немного лимонного сока, и что еще? Не помню, а где лимон у меня? У меня вообще есть лимон? Коль, у нас есть вообще? А, вот лимон. Вот лимон. Все,
все очень быстро, потому что мы вчера пока мисс покупали собак, пока мисс мы вчера чуть-чуть там в комнатах поприбирались, мы так и не пылесосили. Боже, птицы летают, у нас оттепель, и птиц море. Я вот не помню, по-моему, чайная ложка. Мы вбиваем сюда яйцо, соль, сахар я еще добавляла, когда делала. И теперь мне это все дело надо взблендерить. У нас все и сразу. Тут собакам варится, тут... Сейчас я... Так, я в магазин. О, вкусненько. Давай, иди в магазин. Это очень вкусненько. Сейчас я буду делать эти... Ай, как... закуску. Я мажу крем-сыром, получается. Никаким не майонезом, ничего. Крем-сыром. Филадельфия, то, что я только что сделала. Вот такая масса получается. Вот, видите? А, или может быть ты. Не, нормально. Может быть, ты мне тогда сделай так, чтобы я себя видела. О! Понял, я хоть себя вижу, тогда там я. Еще как экран развернут, так еще и как. Так. Опа. У нас, оказывается, много чего нет. У Аллы лука не было утром. Ты смотрел? Сейчас посмотрю. Что нам надо? Лук? Нам нужен лук. Нам нужна. Что я? Зачем картошка? Тебе? Ну, картошка можно и в городе купить, в принципе. Ну, если есть у нее лук, картоха и. Бризоли, да. Рыбу, огурец, правильно? Выкладываю сюда рыбку. Стас сегодня он тоже на работе, по-моему. То он подъедет попозже на такси. А за Надеждой мы хотели съездить, я не знаю, получится у нас съездить, не получится. Вот, видите, какая-то ерунда с этими поездками. Оно же всегда у нас так. Мы всегда... Где-то как-то не рассчитаем время. Мы что-то вот не получится. Так, что еще сюда кладется? Значит, огурцы, рыба, Филадельфия. Я не помню. Представляете, что можно положить еще в эту, в заворачивалку. Ай-яй-яй-яй, сейчас посмотрю, что у меня есть в холодильнике. Сейчас мы будем что-то с вами придумывать. Так, рыба солененькая, это вот сладенькая и отлично. Значит, мы пытаемся завернуть всю эту красоту нашу. Ну вот, вроде как и получается. И так раз, проворачиваем один разочек. Отлично, получилось. Теперь я намажу еще вот этой штуковиной. Мне сейчас нужно сделать еще одну манипуляцию. Надеюсь, она у меня получится. И беру вот эту черную икру, которая не совсем икра, но... Ну что, она на вкус такая интересная, у нее лимонный привкус такой. А куда ее использовать? Это как типа для суш, для вот этой всей ерунды, то да, оно используется. А так куда его используешь? Можно его, конечно, использовать вот как в бутике. Сейчас посмотрим, получится у меня или нет. Надеюсь, я не испорчу. Надо вот так сделать. Так типа больше немножко и так. Оп. Так, ну что там у нас получится в разрезе? Должно получиться очень красиво. Все, и заверну в скотч. Хотела сказать, боже, да, в скотч заверну, и все, и будет все вкусно и красиво. В пленку. Ну ничего, вынесешь ее на туда где-нибудь? Так. Кровавая парочка. Ты меня не слухаешь? Чайка, я пытаюсь сделать, чтобы было красиво. Хорошо. Капусту можно завернуть, крабовую палочку, авокадо. Ну невкусно же авокадо просто, правильно? Авокадо хорошо с рыбкой идет. Рыбка! У меня же есть рыбка! Соленая! Присоленая! Ёшкинку! Где она, зая? Не знаю. Я же ее морозила! Помнишь, да? Ой, да. Вот она! И она так замороженная осталась. Блин, ай, что делать? А, она из-за того, что соленая, не сильно заморозилась. Конечно. Ура! Ура! Все, отлично. Значит, у меня будет лист капусты. Рыба, авокадо и крем-сыр. Тоже вкусно, тоже вкусно. Ребята, ну вы видели, да, что я делала? Вот.
не падает. Я все сейчас в муку, ну то есть это я делала отбивные, ну кому непонятно, да? Я порезала их на пополам, то есть вот эти лапти, потом отбила, то есть вытянула с лука, лишний лук отпал, когда я отбивала, все остальное осталось. Все в муку хорошенечко промокнула, вот сложила кучкой. И теперь у меня есть сухари. Уже убирала все, что ненужное. Вот мука мне уже не нужна, я ее убираю. Вот. Остается только самое-самое нужное мне на столе. Есть у меня сухари. Есть у меня яйцо взбитое. Ну, тут соль, перец. И я чуточку-чуточку майонеза добавила. Чуть-чуть совсем. Вот. И сейчас я ставлю сковородку на газ. Вот. Наливаю, естественно, маслица сюда. Смакиваем яйцо. И потом сразу же в сухари. И вот такая вот такой способ. Кто-то делает тройную панировку. Я не буду заморачиваться с тройной панировкой. Я сделаю такую обычную. И все. Главное, обязательно поперчите, посолите вот эту панировочку саму. Для того, чтобы было вкусненько. Все, я молодец. Сейчас буду жарить. Уж извините, видео в таком формате, наверное, под музыку, где-то как там, может, кусочками совсем маленькими. Но не успеваем. Не успеваем, уже Витасики приехали, они уже в городе. Вот. Сейчас забирают Надежду. И, значит, сюда. И к нам. Так, все. Теперь у меня два процесса. Вот так сначала в муку, в яйцо. И сразу же в сухари. Вот так. Отлично. И на сковородку. Пускай прожаривается. Смотрите, одну сторону вы можете хорошо прожарить. Вот. А вторую сторону можете прожарить под закрытой крышкой, если вы переживаете, что они не приготовятся. Ну, мало ли, знаете. Мало продержали в панировке, в маринаде, например. Да? И переживаете, что не приготовятся, значит, одну сторону мы поджариваем просто. Потом, когда перевернули, накрываем крышечкой. В принципе, вот так вот. И все в таком роде. Витасик хозяин, все как полагается, все открыл самостоятельно, все, бачу. Все, Надежду должны были забрать, наверное, забрали. Заезжает, я тут просто раздетая, поэтому все заедет, коли машину отогнал, чтобы было удобненько. Да. А где ж би-би-би-би-би?